Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden. Итак, мы с вами на субмарине. Теперь нам нужно вернуться и спасти Леона, я так понял. Правильно же, да? Задание. Найти Леона в машинном отделении на первом этаже. Окей. У нас здесь на субмарине почему-то откуда-то взялся тиран, непонятно. Вот. Так, давай-ка здесь еще полутаем. Кажется, я разобрался с управлением. Возвращаемся на Starlight. Уверен ли он будет рад нас видеть, если он не пристрелит меня? Да, ты прости, что я так грубо с тобой обращался там. Не надо извинений. Не знаю, как объяснить, но я как будто знала, что ты поступаешь правильно. Более того, у меня есть дочь примерно твоих лет. Ой. Эй, есть идея. Если мы выберемся, почему бы тебе не поселиться у нас? Никогда не хотел иметь сестру. О, Берри, это было бы чудесно. И я о том же. Старлайт уже рядом, ищет Леона. Берри и Люси собрались зайти на Старлайт. Корабль едва на плаву, у нас мало времени. Найдем Леона и убираемся. Внезапно из люка подлодки врылась Био. Берри! Ох, снова! Тварь скакнула в сторону, нырнула под борт корабля и исчезла, прежде чем Берри успел выстрелить. Корабль вот-вот пойдет ко дну, а нам еще этого не хватало. Идем в машинное отделение и поищем Леона. Окей, так, мы с вами пробрались на Starlight, получается, обратно на корабль. Бляха, на субмарине мы еще не посмотрели же правую сторону. Да. Как-то вышло не очень удачно. Ну ладно. Так, машинное отделение. Машинное отделение это у нас бойлерное. Да, получается? Да. Это нам получается. Так, а мы сейчас на втором этаже, все правильно. Нам сейчас выйти с палубы, с носовой части вниз, короче, и до конца. Окей. Понятно. Мы еще с вами не стреляли ни с гранатометов. Смотри, лифт уже... Лифт горит. Так, эту тварь... Ну, эту тварь можно, наверное, загасить. Так, что у меня выбрано? У меня выбран пистолет. Эту тварь можно, в принципе, загасить. Патронов как-никак хватает. В принципе, если что, у нас есть мощнявое оружие. Еще мы не нашли с вами газовую установку какую-то. Ну ладно, если не найдем, так не найдем, да? Потому что я чувствую, что мы приближаемся уже к финалу. Так. Ну от этого черта лучше оббежать, наверное, я думаю. Бляха, не получилось. Нихера, аж три штуки. Так, погоди, какая нахер Люси? Нихера, это чё, с одного удара, короче, её долб... Нихера. Я переключился случайно на Люси, короче. Ладно, погнали. Так, может быть выбрать ружье на всякий пожарный. У Люси-то нету просто брони. В смысле, а где? А во. Так, надо его. А все равно не обижать никак. Хоть это, подмога не пришла. И то радует. Здесь как-то, смотри, как-то происходит это рандомно, да? То подмога прибегает, то не прибегает. Так, окей. Так, дамы. Окей, дамы. Не до вас сейчас, извиняйте. Опа! Ха! Прикол. Вот этот прикол, видал там, короче, горит, мне не пройти. В смысле? А почему у меня жизни так мало? Меня цепанул, что ли, этот ублюдок? Да ладно.
Окей. Так, ну у этого что-то есть. Патроны для пистолета, нормально. А, здесь тупик. Ну ладно, теперь патроны для пистолета. Смотри, смотри, смотри. Надо как-то в обход. Окей. В обход. Как же пойти в обход? Так, наверное, стоит пойти в обход. Я думаю... Возможно, через верх как-то, нет? Погнали, попробуем. Здесь у нас дамы. О, со всех сторон дамы. Блеха, застрял. О, опять. О, девушки, девушки, девушки. Блеха промазал. Так. Бляха, траванула. Прикинь, траванула. Не, у меня так быстро, короче, эти аптечки кончатся. Попробуем через верх. Так, ладно. А, это у нас фиолетовый. Наверное, придется выбрать ружье. Поднакопили, короче, этих патронов. Теперь направо-налево раздаем. Леха, какой живучий, да? С этого, с ружья-то. Так, отлично, патроны для дробовика. Окей, да ну нафиг, здесь, смотри, разрушено все. А как мне пройти? Погоди. А как тогда? В смысле? Какой еще путь-то есть? Стопэ. А какие еще пути-то есть? Что-то я не понимаю. Так. Какие еще пути есть? Хм. Интересно, девки пляшут. Но на лифте же никак, нет? Хотя смотри, тут какие-то лифты. А, нет, это не лифт. Мне надо пробраться как-то на четвертый этаж, наверное, получается, да? Тут есть вон лифты. Только... Какие это лифты? Бляха, в управлении запутался. Какие это лифты? Возможно, это... Погоди. Возможно, это... можно попробовать через лифты, которые... Здесь. Так, дама, дама, дама. Дней моих суровых. Сюда иди. Все, отлично. Так, бляха, еще одна. Как бы ее. Яй-яй-яй-яй! Все равно цепануло. Ладно. Отлично. Так, да что я все не туда нажимаю? Так. Да ладно, это не лифты. Я почему-то думал, это лифты. Погоди, как тогда? Куда ты? Здесь я сейчас выйду... Да, опять сюда вышел. Хм. Интересно, интересно. Окей. Вот придумали за пару-то. Теперь надо как-то, не знаю.
Я не знаю даже, как попасть к Леону. Попробуем через лифт, который... Погоди, а попробуй через лифт, который не горит здесь. Как вариант, вот через этот. Бляха, здесь горит. А в смысле? А как? Я не понимаю. У меня же нет ни огнетушителя, ничего. Интересно, девки пляшут. Если все-таки пробовать... Или и все-таки пробовал через верх. Собаки, а! Со всех сторон. Да, я, короче, так знатно потратился. В эту сторону бежать? А в эту-то куда тогда? Погоди. Вот я наверху. Ну-ка. А. Вот я наверху. А, смотри, тут лифты есть. Ну-ка. Здесь по-любому путь все равно должен вести, короче, именно туда. Путь, который правильный, он должен вести прямо туда. В любом случае. Просто все патроны, прикинь, с дробаша, короче, истратил. Собаки, смотри, сколько здесь развелось просто. Ну-ка, я попробую здесь. Так, мне нужно, получается... Я сейчас на каком этаже? А, мне нужно, короче, получается, наверное, на четвертый этаж выше, да? Так, окей, я на четвертом этаже, идем сюда. Да, мы спускаемся, короче, по лестнице, все. Я, в принципе, наверное, понял. Так. Я, в принципе, понял дорогу. Теперь главное по минимуму надо тратиться. Бляха, стоит. Так, ну ладно, пойдем по низу. Потому что, блин, по минимуму надо тратиться, потому что у меня хилок, короче, мало осталось. И патроны что-то уже кончаются. Да бляха. С этого-то, с ружья уже все, кончились патроны. Отлично. Так. Это получается, ага. Сюда. Главное, чтобы здесь ничего не горело. Бляха. Смотри и... Да уйди ты! Опа! Тихо! Ты смотри, сколько их там! Вот это дичь. Так, погоди, я лучше, наверное, выберу вот это, чтобы просто закромсать по-бырому. Готов. Смотри, уже так быстро подкрался ко мне. Окей. Бляха. Тихо. Смотри, какой он вообще просто резвый. Бляха, и у этого что-то есть, да? Ладно. Этого сейчас загасим. Может, у него хилка? Вот.
Да, отлично. Все, бегом, 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 бегом. Отлично. Так, а теперь, 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 теперь мне нужно в лифт, получается. И ехать на второй этаж. Так, ну этого что-то есть, и он зеленый. Погоди. Мне уже почти на месте. В принципе, так. Так. Отлично. В принципе, так-то я уже на месте. Отлично. О, вот и Леон. Отлично. Леон, ты жив? Вернулся? А ты как думал? Давай, пора выбираться отсюда. Перри, я не уверена, что это Леон. В смысле? Что? Я говорю, кажется, это совсем не Леон. Ой, ёпта. Да ладно! Эта тварь еще теперь это может... Ух ты, смотри, какая она страшная это стала. Какая противная эта тварь. А, не нужно. Так, давайте вот с этой херни сейчас будем стрелять. А чё так это, прицел-то начал? Быстро, смотри. Он ещё и траванул меня. Да что за дичь-то? Убирай. Все патроны, ты прикинь? Да в смысле? А, да, что это такое за дичь? Может, мне пробовать убежать назад от него? Жесть. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа, а здесь еще патроны для пистолета. Да бляха, а как я... А как? Мне пробовать убежать может от него? Погоди. А как... я не помню, как это делать. Я не помню, как делать-то, чтобы это сбежать. Пистолета точно нет. Да, он меня просто это справит. Интересно. Погоди, как? Так, здесь что-то было где-то. А, или я уже все взял? Так, стоп! Стоп! Так. С этой стрелять? Попробовать по нему. Мне надо как-то его оббежать. Да бляха! Тихо, 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 тихо. Так, окей. Беги, беги, беги! Фу, отлично. Так, 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 так. Погоди, 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 а где там? Лестница. Лестница вниз, окей, здесь. Войдя в машинное отделение, Бори и Люси увидели Леона. Окей. Берри! Леон, не двигайся! Или ты не Леон вовсе? Что? Сперва ты бросаешь меня на этом чертом корабле, а теперь начал командовать здесь? Наверное. Наверное. Остынь, я должен был убедиться.
О нет, что это? Похоже, что раскололся корпус корабля. Короче, он там выругался, Леон. Ёпти-ёпти. Так, погоди. У меня все здесь, да? Получается. Окей, здесь все. И что мне надо сделать теперь? Мне, наверное, на нос корабля обратно надо, да? Вернуться на подлодку и покинуть Стайлайт. Отлично. Так, а подлодку у нас, получается, мне надо двигаться обратно. Да, на нос корабля. Так. Окей.